Добрый день, друзья. Сегодня мы с вами будем менять экран на 4-м айфоне. Снимаем крышку. Экран работает. Стекло треснутое. Выглядит. Снимаем защитный экран. Сразу проверим экран, насколько он рабочий. Включаем. Все работает. Телефон можно не отключать полностью. Потому что плату будем снимать вместе с батарейкой. Снимаем шлейф. Болтик тоже можно полностью не откручивать. 3-4 оборота достаточно. Батарейку. Снимаем слот сим-карты. Достаем плату, батарейку и антенну с динамиком. Откручиваем болты. Тоже не полностью, можно сделать 2-3 оборота, чтобы вытащить экран. Этого достаточно. Болты с углов снимаем. Их 4 штуки. Виброзвонок. Старайтесь болты не путать. Если не запоминаете, то складывайте их так, чтобы потом вкрутить на свое место. Здесь еще один болтик у нас. 4-й угловой. Вот они у меня все в одном месте. Снимаем экран. Смотрим посадочные места, чтобы они были чистыми, чтобы ничего не торчало. Куски стекол, там, не знаю, разбитых мусор. Все должно прилегать плотно, без зазоров. Снимаем защитный пластик. Не забываем про этот пыльник, который здесь стоит. Водонепроницаемый, он должен стоять на месте или клеиться к экрану. Таким образом вставляем шлейф, чтобы вам было видно. В пазы обязательно. Вот наш шлейф вылез с этой стороны. Смотрим, чтобы пазы вошли на свои места, вот я вам показываю. Все у нас село нормально. Кнопка Home работает. Клик. Смотрим, чтобы здесь не было зазоров. Прижимаем и закручиваем.
4 угловых болта, они у нас одинаковые. Закручиваем по углам. Звонок ставим на место. Вставляем плату. Можно, конечно, все это отсоединять, кому как легче. Но если время, деньги, можно все это сделать таким образом. Быстрее, надежнее. Смотрим, что все село в пазы. Закручиваем болты. Повторюсь, старайтесь их не путать. Застегиваем шлейф, закручиваем болтики все, застегиваем, можно включить, проверить, вот у нас все работает. Все осталось собрать. Слот сим-карты не забываем. Защитный экран. Это у нас болтик Wi-Fi отвалился. Ставим на свое место. Таким образом, не больше 10 минут у нас занимает замена экрана на 4-м айфоне. Смотрите нас в других видео, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Дов. Всем спасибо за внимание. Удачного дня.